17 июня началась 4-я смена в детском клубе «Лето Побед». Посмотрите, сколько мальчишек и девчонок собралось на утренней линейке. Это традиция клуба. Каждое утро отряды делятся друг с другом своим настроем на день и сдают рапорт старшему вожатому, что все вместе и все на месте. На каждой смене для участников клуба «Лето Побед» проходит встреча с интересным человеком. В гости к ребятам приехал Владимир Левкин, советский и российский певец, музыкант и композитор, а также общественный деятель, продюсер и режиссер государственных мероприятий. Он рассказал ребятам о своей творческой карьере и исполнил несколько песен. Отряд гражданско-патриотического направления побывал на встрече с сотрудниками Росгвардии, специального подразделения ОМОН «Авангард». Ребятам рассказали о службе в ведомстве и об оказании первой помощи пострадавшим, а также провели показательное выступление по рукопашному бою. Завершилась встреча общей зарядкой, которая задала настрой на весь день. Теперь можно смело покорять веревочный городок. Это настоящая полоса препятствий. Но ребята из «Лето Побед» с легкостью справляются с любыми преградами на пути. А на лазертаге все участники погружаются в соревновательный процесс, выстраивают свою тактику по захвату базы противника. Экскурсии в Музее Победы – неотъемлемая часть программы каждого отряда. Посещая красочные диорамы, ребята узнали многое о Великой Отечественной войне, о чем не рассказывают на уроках в школе. Самое важное, и у жителей не было воды. Как вы думаете, как в основном, а если не было возможности прорубить? А еще клуб организовывает выездные экскурсии. Ребята посетили пожарную часть МЧС. Дети узнали об особенностях этой опасной и очень важной профессии. Смотрели пожарную машину снаружи и даже посидели внутри. Он запитывает это все, насосом подает. Развить свое воображение и творческое мышление помогают занятия по 3D-моделированию. На компьютерах ребята создают различные фигуры. Это навык пригодится в будущем. В клубе «Лето Побед» очень много творчества. Каждый четверг проходят тематические концерты, на которых отряды готовят свои выступления. На этой неделе были танцы военных лет. На следующей неделе последняя июньская смена. Но это не повод печалиться. Клуб «Лето Побед» встретит ребят и в июле, и в августе. С вами была Варвара Гришанина. Спасибо за внимание. До новых встреч!